В истоках всяческих деяний спокон веков лежит мятеж. Отрада избранных невежд, начало исполнения желаний. Гармония из хаоса берется и распадается на каждой из ступеней, где человек привык бороться уже десяток тысяч поколений. И каждый раз, все до основ перетрясая, на вечной революции идя призыв, в творящий разрушающем огне пылая, рождается прекрасный большой взрыв. И в пламени мятежной атмосферы горит восстание творческого духа когда-то дикого лесного зверя, искавшего лишь способ набить брюхо. В безумии он взвесил всю планету, вселенную и бренность бытия, и, приближая дату конца света, творит, творит, не обретя себя. Пришла пора безумий и прорывов, и выбор для любого гражданина, коль ты разумен и расчетлив, будь счастлив, обретя спокойствие в толпе. А если ты безумец и глупец, твори, создай из хаоса свой новый алгоритм, гармонию грядущим поколениям. Мы — люди света. Нам дано искать зарытые в обыденности клады. Мы счастливы, что можем отдавать, не требуя взамен от вас награды. Мы яро боремся с унынием в тиши, и голос наш в потоке не смолкает. Свет нашей буйной, пламенной души подобно маяку во тьме сияет. Мы — люди силы. Нас не запугать гримасами душевной энтропии. Нас заставляют глубже лишь дышать все петли социальной асфиксии. Мы — люди света. Простите, мы — люди мира. Нас не победить. Мы преданы высокому завету прекрасное и вечное творить, презрев условности и прочие запреты. Но что мятеж есть? Громкий голос? Лишь выкрик в поле обеззвучия? Лишь в общий сноп вплетенный колос или фальшь в налаженном созвучии? Сухим покинуть топкое болото, прибежище зажравшихся невежд, и за собою вытянуть кого-то. Вот в этом есть наш маленький мятеж. Мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе, и имя — революция ему. И мы пойдем до конца. Программа уменьшилась сильно. Я хотел прочитать еще свое стихотворение, которое я написал год назад. Я его уже читал на другой среде. Вот. Но, во-первых, сегодня исполняется ровно год, как я прочитал первое свое стихотворение на другой среде. Это была моя маленькая революция. Во-вторых, стихотворение я писал тоже под... Стихотворение тоже писал как бы под влиянием событий в жизни, которые были для меня революционными. Сменить работу или не сменить работу? Я вот об этом всем думал, и какая-то мне стихотворная форма в голову пришла. Сейчас я надеюсь... Сменил. А? Да, конечно. Вот. И... Сейчас, если я его вспомнил... Четкая грань между было и будет. Небытие поднимает свой полог. В завтра не могут проникнуть в люди. Люди, миг ожидания немыслимо долог. Быть или не быть, есть покруче дилеммы, к которым сходу не найти решения. Или они есть, но с моралью проблемы, или давлеет общество мнение. Я мог бы решиться свою двинуть фигуру, но в зону комфорта я ставлю под бой. Помедлю, еще просмотрю партитуру. Мосты поджигать не люблю за собой. Ослабил контроль, оступился едва, и выпорхнул шанс, нет синицы в руках. Сидеть, горевать, мол, упущен момент, в песочек зарывшись по уши, то выбор для тех, в ком достоинства нет, в ком мертвые прячутся души. Но мы не такие, мы верим в себя, в нас сила земли вековая. И магма течет в наших венах не зря, сердца добела раскаляя. Шагали 100 раз, и шагнем мы опять в любую безликую бездну.
Не время сейчас на пороге стоять. Вы с нами, мы с вами, и с песней отдерну я полог небытия, шагаю в завтра. Со мной вы, друзья?